Здесь, на поверхности, люди давно изменились. Кто-то изменился, а кто-то нет. Он не из тех, кто готов меняться, чтобы понравиться другим. У меня большие возможности, я могу вытащить вас отсюда. Что вы от меня хотите? Знакомьтесь, это Михаил, один из лучших дайверов. Речь идет о жизни и смерти, вашей и вашего брата. Но грязные дела криминала всегда втягивают непричастных. Если не поднимут со дна этот долбанный чемодан, нас всех перемочат. Пришло время отказаться от своих принципов и пойти на риск. Я все-таки легенда. О человеке судят по делам, а не по легендам. Поэтому закрой рот и сиди молча. Понял? Подводные камни не отпустят того, кто проявил неосторожность. Что-то непонятное происходит. Самое время валить отсюда. Кровь закипает в жилах, когда висишь на волоске от смерти. У меня воздух на резерве. Нужно скорее выбираться отсюда. Он не мог продержаться 2 часа без воздуха. Вячеслав Разбегаев и Нина Гагаева в фильме «Бухта пропавших дайверов» в пятницу на ТВ-Рус.